22:38 по украинскому времени. Это 23:28. Наша группа уже готова встречать украинский Новый год. И мы нашли такое уютное местечко с подсвеченным красным шариком. А центр называется Флорентин. А пока что у нас тут даже будет какой-то наверняка импровизированный стол. Мы ждем наступления Нового года. Еще можем, не кидем по дорогам. Ну что, с придашним? Да. Бабах. Ну, уже. А ты буду наливать и продавать. Нас выгнали. Ищем теперь другое место. Осталось совсем немного, буквально считанные минуты, и просто невероятное количество людей собралось, несмотря на все запреты, вирусы. Праздников хочется всегда. Пока что приостанавливаем видео, хотя все равно продолжаются фейерверки. Мы все посмотрели. Фейерверки, встретили Новый год. Это просто что-то с чем-то. Все самое интересное впереди.